В этом году Национальному музею Республики Татарстан исполнилось 127 лет со дня открытия. В честь дня рождения в музее открылась новая выставка, тесно связанная с историей Императорского Казанского университета. Речь идет о редкостях из коллекции Андрея Лихачева, который был студентом учебного заведения с 1848 года по 1853. Именно собрание редкостей Лихачева, накоплению которых он посвятил 30 лет жизни, легло в основу первого публичного музея Казани. То, что сейчас проводится эта выставка, это дань памяти одному из основателей этого музея. Это дань памяти выпускнику Казанского университета, ученому, который стоял у истоков создания и общества археологии, истории и этнографии Казанского университета. Конечно, Андрей Федорович Лихачев действительно обеспечил Казань великолепной коллекции более 40 тысяч предметов, которая и вдохновила профессоров Императорского Казанского университета создать научно-промышленный музей. Выставка получила название «Коллекционирование как образ жизни» к 190-летию со дня рождения Лихачева. Его коллекция не ограничивалась на какой-то одной области науки или искусства. Лихачев увлекался живописью, проявлял интерес к восточной культуре, изучал археологические находки. Особое место среди его экспонатов занимала нумизматическая коллекция. У Лихачева страсть к коллекционированию появляется в годы обучения в Казанском университете, где он знакомится с коллекцией кабинета редкостей, минц-кабинета, то есть нумизматического, и кабинета естественной истории. Очень важно, что Андрей Федорович Лихачев, благодаря своему образованию, не просто собирал, а исследовал эти предметы. При жизни Лихачев в своей коллекции не распорядился. Когда его не стало, вдова решал вопрос, а что делать с этой огромной коллекцией? И тогда эту коллекцию выкупил у вдовы старший брат Андрея Федоровича, Иван Федорович Лихачев, и подарил ее городу. Некоторые экспонаты Национальному музею Республики Татарстан были переданы из музеев Казанского федерального университета. Музеи Казанского университета взаимодействуют и сотрудничают с музеем, с Национальным музеем Республики Татарстан. Мы создаем совместно выставки и делаем другие выставочные проекты. Мы сотрудничаем активно, конечно же, представляем наши фонды. Здесь также выставлены рукописи Андрея Федоровича Лихачева, которые также сохранились у нас, они в основном археологического направления. Посетить выставку можно в любой день, кроме понедельника, по адресу улица Кремлевская, дом 2. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз.